В эти дни буддийский центр Ламрим закрыт для посещения, но уже вскоре здесь будет очень многолюдно. По поручению самого его святейшества Далай-ламы XIV, свое благословение прихожанам будет давать государственный оракул Тибета. Тубтен Нгаду посетит Бурятию по личному приглашению Кинсура Чойдаржи. Лама сообщил, что оракул первым изъявил желание приехать в республику. У нас давно-давно вообще в Бурятии не посещали ламы такого ранга, такого большого значения, тем более оракул, который сегодня имеет очень большое влияние в тибетском сообществе, да и во всем буддийском мире. Его визиты всегда имеют отдельно определенную такую значимость, потому что все-таки все это идет по повелению его святейшества Далай-ламы. Титулованный буддийским лидером, досточтимый Тубтен Нгадуб стал оракулом в 1987 году. Верховный оракул является членом кабинета министров тибетского правительства. Без его совета не принимается ни одно важное решение. В Улан-Удэ медиум проведет несколько дней. Встречи с жителями Бурятии начнутся 24 марта. Учитывая сегодняшнее положение в нашей стране, и в том числе нашу родную Бурятию, я, конечно, с большой радостью оповестил его, чтобы это будет очень большая помощь для всех наших верующих. Я думаю, в течение тех дней, когда вы будете находиться, люди с большой радостью и с большой честью просто найдут возможность получить от вас благословение. Помимо этого, оракул Нечунга дарует буддистам посвящение долгой жизни – белой тары. Получить посвящение у столь высокого мастера буддийской практики – редкая удача. Без сомнения, на него соберется огромное количество верующих. Поэтому ритуал пройдет в одном из культурных центров Улан-Удэ, скорее всего, в Бурятском театре драмы. Предположительно, посвящение состоится 25 марта в 14 часов. Окончательную программу пребывания высокого гостя в Улан-Удэ пока не составили. Среди возможных пунктов – лекции бурятским студентам и поездка на Священное озеро. Алевтина Шаракшане, Алдар Дармаев. Новости дня.